Всем привет, ребята, канал Fighting Frame с вами. У нас быстренько FT5 сейчас будет. Сэм против Гринго. Эту запись вы увидите, конечно же, на YouTube. Кто ее смотрит, конечно, всем большой привет, но... Так. Что-то я пролистал. И Сэм. Овердрайв. А где, блядь, овердрайв? Простите. Ну да, вон же. Го-го-го-го-го-го-го. А, и что, батон что ли сети? А, не батон сети. Чё? Да, я думал, батон сети. Ну, нет. Где овердрайв? Ну, почему он вышел там минуту назад? Ну, он всё написал, что погнали. Это ты зашел, да? Да. Инга есть. А все, зашел. Наконец-то овер. А, видимо, подключил пад. Вот в чем дело. На стике играл, да, видимо, пад подключил. Ну давай, овер. Давай. Быстрее. Все, овер зашел. У нас FT5. Как вы видите. Непонятно, зачем Гринго пропускал, конечно. В хорошем качестве видос появится на YouTube буквально завтра. Ну, буквально завтра, буквально через пару часов. Вот. Ну что, у нас FT5, можно какой-нибудь музончик какой-нибудь рубить. Ты вырежешь, да, начало-то? Ну, вырежу, конечно, проблема такая. Знай свое. А чё страшного-то? А, нет, слышь. Ай. У нас рестрим идет ведь на Good Game и на Empire TV автоматом. Да. Ну ладно, там мало кто смотрит. Ну да. На СК2 просто поднимать это... Да, ну, я мне без разницы, по большому счету. Какая разница? А что у тебя, кстати... А, минус 30 по Цельсию ГП. Да, это я хрен знает, у меня показывает температура графического ядра минус 30. Холодно, и я потрогал, вроде теплое, ну ладно. Так, у нас серьезно мать. О, наконец-то А+, Сэм без 500 очков А+, неужели наберет? Так, ну что тут? Ну и Гринго, кстати говоря, очень поиграл за бланку, ты видишь, на ПК, да? Набрал очков много. Хороший стендинг Фирс от Сэма. Это Фирс, по-моему, да? А, нет, не Фирс, это Стронг. Хорошая комба от Сэма. Отгоняет он от себя бланку, это будет паниш. Паниш, кстати говоря, я бы испугался, потому что он вроде как лежал на земле, да, я побоялся бы делать тацу. Потому что она вифает по сидячим. Бланки вообще стоячие удары вифают. Да, и Сэм нажимает на кнопку, против бланка это делать вообще не рекомендуется. Тем более такого уровня, как Гринго. Но антиэйр не удался у Гринго, я думаю, что даже удар этот больше урона нанес, и Сэм отжимает первый раунд. Ну что ты, Сэм, хорош. Ну, да ладно. Прыжки такие, нет. Да, он контр того. Ну, Jump. Игроки лично знакомы у Гринго на канале, даже есть видео, где он в Тюмени у нас в гостинице мешан с нашими игроками, с Термином, который с Клавой сидит, с Овером, с Попопо, с Лаем. А, вот, ну не знаю, Сэм был там, по-моему. Я еще тогда не играл в Street Fighter, наверное. Год назад это, ну полтора года назад это было. Да, хорошую комбу отжимает Гринго. Я так понимаю, это был стронг удар, и вот мне больше нравится, знаешь, когда можно слинковать именно какой-то нормал, в смысле не в чейн, да, и после этого комбу вставить. Да хотя бы явно видишь, попал ты или не попал. А вот когда чейн идет, вот тогда сложно. Знаком с такой ситуацией? Да. То есть когда чейнишь, например, у того же Филонга, да,
То есть у тебя комба идет? Там крауч. Да, вот и Гринго хороший раунд проводит. Контрит по воздуху. Овера. Ох, окей, это значит. Да, карает этой штукой. Паниш. Еще раз. Ой, отвечает, да, не true block string. Но на самом деле в углу за бланку, наверное, довольно опасно. Да, вот здесь Сэм зря сделал экзешный, по-моему, сделал бы он легкий, как в прошлой ситуации. И вроде как его не наказать за это было. Но, может быть, это был не реверсал, а вот как раз Гринго сделал реверсал. Хорошая ДП от Сэма, тяжелая, без вариантов отмены, но и не было у него, собственно говоря, 2 метра, чтобы отменить. И снова отгоняет он с помощью экзешного хатблокина. Снова антиэйр Гринго не очень удается, но у Гринго есть ульта. Все мы это про это знаем, она довольно опасна ее сетапить, но... Хорошие игроки должны контрить это, и ДП, и хороший антиэйр от Сэма, размен, но победа. 1-0 против Сэма, 0-1, точнее, давайте будем говорить так. У нас Гринго против Овера. Счет 0-1. Сэм молодец. Там все игроки участвовали во фреймкапах, и даже они их выигрывали, более того. Поэтому тем интереснее смотреть. Чё, народ-то смотрит где-нибудь на Твиче? Не видишь? Нет, а чё, о чём, кстати? Можно же скинуть ссылку-то в чатик. Я кинул. Я даже чатик иногда смотрю. Ну, это уже открыл, посмотрим. Так, у нас начинается матч второй. 0-1 в пользу овердрайва. Хорошо Гринго приседает. Ну, банка же. Не вышел Air2Air, Гринго, что-то он промедлил, по-моему, батоном. Ох, ну, легкое ДП, да, но не такое страшное, оно не так сильно наказывается, там не такой большой минус. Как у среднего или тяжелого. Хорош. Комбаф контрхит, и снова попадает X ДП. Ой, X. Хаду. Не удается иметь атака Гринго. Сэм хотел, наверное, прожать хадукин сейчас. Не получилось, не слинковал однофрейм. Кстати говоря, Сэм в этой ситуации мог зацетапить ульту, когда в контрхит попадает. Она бы наверняка попала. Ну, может быть, нет, но по тому, что очень было похоже, что попадет. Я могу ошибаться. Потому что контрхит, оно такое. Нет, видимо, что реверсал не наказан. Он когда-то решает сейчас чипануть. Да нет, Гринго в этом плане очень аккуратнее, не будет он лезть вперед, да, то есть он создает расстояние, и вот Сэм сетапит очень большой по стартапу прием, хадукин, это в районе 13-14 фреймов, если я не ошибаюсь, и за это Гринго его наказывает. Ох. ДП своих, да. Гринго зачем делает фирста? Но он крауч, он прикольный такой, дескать. Муф, он, кстати, у него не так много рекавери у него. На может быть, на каждый вейт Сэма, да, Гринго делает вот фьюз вифнутый. Ну, может быть, Микки пытается заставить, не знаю. Видимо, с Микки там какие-то есть крутые комбы, которые нам хочется показать Гринго. Я не могу это ничем больше объяснить. О, хорош. А, ну все, Сэм полетел. И Гринго без проблем отжимает вторую игру. 1-1 становится счет. Да, счет 1-1. В пользу дружбы. Что-то давненько хотел я F5 устроить и... Подвернуть возможность, они рядом находятся у меня в списке. Как раз, точнее, в онлайне оба были, почему не позвать игроков, вот строили мы FT5, я думаю, будет интересно. Как новичкам, так и продвинутым игрокам, я думаю, тут играют игроки, которые, ну, я думаю, что Гринго-то вообще в топе, да, вот Сэм в топ-10, наверное, России точно входит. Поэтому
Ну, СНГ даже более того, наверное, так. Ну, поэтому это будет, как бы, я думаю, всем полезное и интересное видео. Как нужно играть бланки, как нужно играть против бланки. Каким персонажем, как Рю, да, я думаю, что. Ну, и Сэм более-менее показывает это, но тут очень много наличной какую-то... На знание матчапа, наверное, да, ссылается все. Все-таки матчап с бланкой — это такой матчап. Матчап Фуэрте, такой... Вообще, Фуэрте, например, вообще с бланкой не играет. Вообще. Я, кстати, я вот, кстати говоря, вот, знаешь, уже перешел тот уровень, когда мне Гокином легче было играть. Все, мне уже Филонгом легче играть. Ну, не все матчапы, да, против Зангиева, понятно, что Гокин, но... Да, минус 14 наказывает Грингу. О, хорош перепрыжки. Да, хоп-хоп в действии. Так, сетапчик будет сейчас. Какой-то будет сейчас, да, электричество. Да, и видим какой-то сетап, это еще был. Хорошо добивает Грингу, видел, что он сидел, подпрыгнул. Ап-бол сделал Грингу. Да, видит, Сэм блочит все, не нажимает на кнопки. Вот здесь не будет никакого наказания, невозможно наказать эту штуку, наверное. Ты видел, да, бэкдэш через фаербол был? Угу. Очень круто выглядело. О, хорош! Ну тут Сэм, наверное, хотел ДП сделать. Там был соляр, плексус. Да? Ну да, Сэм любит этим болеть, но на самом деле, вот, выглядело... Каким бы наиболее возможным... О, нифига, из Хадукина выхватил. Наиболее возможным вариантом выглядел именно ДП. И отменить его в ульту. Но оверхед пытался застапить Сэм, у него не получилось это. Комбайн, хорит он довольно простой линк. Получает чипа там под полтинник. Да, с такого расстояния видим, что наказывается Бланка Бол в реверсал Хадукина. С этого точно накажется. Нету почему-то сетапчика на бланку. А почему нет сетапчика? Потому что бланка встает позже. Или раньше. Неважно. Ну, в общем, встает он не так, как все. Раньше встает бланка. Все скорее. В общем, раньше. Или позже. Позже, наверное. Как Сагат. А раньше встает аддон. То есть сейджампы нужно маленько редактировать на один фрейм. Сейджампы и снимите атаки. Да, Сэм любит эту тему. Сделать вот air to air и сразу... Ох, ульта, хорош, Сэм попадет. Да ладно, не хватило. Чуть-чуть ренжи. Чуть-чуть не хватило ренжи Сэму. Был бы контрхит, точно бы попал. А так, чуть-чуть не хватило ему. Чуть-чуть. Ну и ФДЦшки у него и не было, да? Не хватало там метра. Да. Если было бы ФДЦ, я без проблем бы сделал ФДЦ Сэм и... Я думаю, отжал бы этот раунд. Тем временем счет-то у нас 2-1 в пользу Гринга. Так, сейчас, секунду. Че, может, в МК поиграем после этого? Че? Может, в МК поиграем? Я сегодня пытался МК постримить. Кого-то там убил пару раз. Нет, что-то МК нет. Ну ладно, поражом, я тоже не умею играть в него. Да у меня ее нет, на самом деле, дело в этом. А, окей. Мне ее качать долго, я же винду недавно устанавливал. Восьмерку еще поди поставил. А? Восьмерку поди поставил. В смысле, я на восьмерке стоял, у меня лицуха есть. До 31 января можно было же бесплатно получить. Восьмерка не очень не нравится. Семерка привычнее. Да ну, она оптимизированнее. Да, там много ненужного в восьмерке сделано. Девятка будет поставлена. Девятка разрабатывается уже. И причем не под планшетные. Пока, да, Сэм ошибается, вылетает ДП. Есть такой вот, знаешь, когда играешь с соперником потяжелее уровня, вот знаешь, иногда бывает, что вот выскакивают эти рандомные ДПшки, которые вроде как ты хочешь ими поймать, да. То есть ты понимаешь, что мешать плохо, да, ну... Когда тебя бесконечно прессят, ты понимаешь, что сделать ДП — это не самый плохой выход. Да, минус 14, и Гринга наказывает своим слайдом. Мощный слайд у бланки, конечно. Ну, и он тоже там минус 14 в районе этого, то есть довольно много. Ну, минус 10 точно там есть. Сэм сбивает, нифига себе. И сейчас панишь, подножка.
не прыгает почему-то после подножки Сэм. Вроде как это сейджамп на 4 фрейма, но Бланк, опять же говорю, встает маленько не так, как все остальные персонажи. То есть раньше. Или позже. Позже, по-моему. О, хорош там. Это на самом деле не суть важно, рано или позже сейджампы все равно не работают. Очень прикольно. Сейчас Сэм по щам получит. Нет, не получил. Очень хорошая у Бланка ульта, очень хорошая. Ее вот даже, видите, невозможно наказать, да, когда вот он в другую сторону випнул. Плюс она 4 фреймов у стартап. Более того, она комбится с хита. Она после крауч ЛК, по-моему, комбится. Ульта комбится после крауч ЛК, прикинь, да? Ну так это же надо, как ее... Ну да, ее делать нужно божественно. То есть там нужно уже начать буферить ульту, начать ее отпускать. Ну, это чарджевая техника, которая, ну, я думаю, что игрокам знакома. ДП. Почему не ДП? Побоялся Сэм. Да что ж ты делаешь? ДП хотел сделать Сэм, и сейчас это получится по щам. Не получил, высадил метра. Просто экстренными боллами, по-моему, на чип долетает его. А ДП есть у Сэма. Грингу так больше не будет делать, я думаю, он понимает. Но вот 10 секунд у Сэма. Сейчас Грингу за... Ульту. Грингу ульту держит. Грингу держит ульту. Нет, не держит. Нет у него ульты. А, да. Ну, в смысле, что любой прием реверсал, значит, я имел в виду. Ну, любой банкобол, да, то есть. Не хватило Сэму. 3-1. Но, честно говоря, Сэм сам проиграл. Вот тут сам. Сам отдал этот раунд, то раунд был хороший. Пишет он мне They All Jump. Да, есть маленько такое. У нас сейчас будет пятая игра. Счет 3-1 в пользу Гринго. Я думаю, все равно игрокам, конечно, намного приятнее будет играть в офлайне. В смысле, что перед одной консолью, друг с другом, без всяческих лагов, ни на что не списывая. Ну да, тут можно... Я думаю, что Гринго еще и комфортнее будет играть. Ну, маленько, да, вот Сэму не хватает, да, плюса. Это вот буквально 500 очков. Не так много. Занялся этим Сэм. Сразу видно по ПП, да, то есть начал в ранкет играть, ПП начали маленько падать. Я вот последний раз увидел в районе 4200 у него было. Ну и Гринго тоже играет в ранкет. Да, хорошо, сбивает фокус с двойным ударом. Да, много урона, но, по-моему, не хотел Гринго делать экзешный, мне кажется. И вот Сэм, мне кажется, ДП не всегда делает, когда на него напрыгивает, не отреагирует на это. И вот здесь, да, ошибка небольшая. И паниш опять, подножку минус 14. Ну, Фурсиса, кстати, Бланка выдает. Просто единичными поками иногда. Ну, Бланка пытается подойти, у него довольно хорошие поки. Но тут и что, хороший в плане плюсовый. Да, ждал этого, все еще на фаербол мог сесть. Но это не важно. Он и неплохой трю фокусится с Бланкой довольно плохо, но я думаю, что матча тут все-таки в сторону Бланки. Ну, может быть, не явным образом, но все равно тяжело. То есть матча против Бланки, как правило, нужно знать. И против такого Бланки, как Гринго, это, ну, если ты не знаешь чего-то, Гринго найдет там то, что чего ты не делаешь, да, то есть можно с Гринго сыграть на равных пару игр, да, а потом просто он тебе по щам отдает, потому что найдет дырку в твоей обороне и все. Так что вот про это тоже стоит меня не забыть. Меня интересует вопрос, Бланка может два электричества скомбить? Нет. Он уж нокдаунит электричество, любое. Бланка Руи, сейчас посмотрим мы. Гуй нашел, Руи нашел, нет, пятерки на Венхапсе, не знаю почему. Честно говоря, я бы отдал преимущество Бланке. Ну, 6-4 бы поставили. Ну, хотя у Руя просто... Не, слушай, пятерки, тут везде пятерки. Ну, возможно, имеется в виду, что Рю тоже может наказывать все эти бланкоболы суперкой, но вот, как бы, да, суперка это не такая вещь, да, это не ульта, которая у тебя появляется в каждом раунде в любом случае, а еще и бывает не по разу появляется ульта. 4-1 уже. 4-1, да, и тут что-то Гринго вошел. Такой
свой стайл, да, и вот не может Сэм ему пока что ничего противопоставить. 4-1, неплохо начал Гринго. В смысле, неплохо начал Сэм против Гринго, выиграл первый бой, и что дальше у него не идет. Да, Сэм пишет то, что... В общем, чтоб... Смотрите. Джамп дует. Вот. Игра может быть последней вот этой. Да, вполне. Но Сэм прессит хорошо, я не... ДП? А, ДП не попал. Вол. И ой, Сэм, ну опять неправильно делает. На пол хп. Оверхед, я так понимаю, было ли, что это? Хорош. Хорош. Да, 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 Гринго молодец. Ждет хадокенов, их ловит. Ну, ух, нифига себе. Вообще замечательный ход просто от бэкдэша. Да, прекрасно знает матчап Гринго, но я думаю, это понятно, потому что Рю один из самых популярных персонажей. Против него особо матчапа знать не надо, да, то есть... Главное на него не прыгать, как бешеный. Ну, кстати говоря, Сэм ни разу что-то не наказывал Гринго за прыжки, на самом деле, но... Шакуец. Много-много эксовых фаерболов кидает. Ну это хороший. Да ладно, Сэм махнул ручкой и проигрывает. Он сейчас такой небольшой mind games. Да, фокус на фокус. И, блин, неправильно сел. Лол. Вот, наверное, из вот бланка болла экзешные. Причем, неважно. О, нифига себе, Гринго сбивает. Молодец. Прям пока он. Гринго показывает абсолютное знание матчапа. Абсолютно, ну, исключительную технику. И Гринго молодец, выигрывает Сэм 5-1. Поздравляем его с победой. И это замечательный FT5 был.